Иванов. Алексеев. Снова Иванов. Длинная передача. И не сумел Гусев шайбу остановить. Гол! В падении Никулин отправляет шайбу в девятку. И 3-3. Локомотив отыгрывает. Что-то невероятное сумело сделать по ходу этой встречи команда Игоря Никитина. Ну и тут, конечно, не повезло динамовцев. Гусев вроде бы перехватил этот пас, да, но перескочила шайба через крюк, пришла к Никулину. И как же здорово Степан разобрался.